Всем привет, дамы и господа. День начался с того, что меня выгнали уже с одного очень перспективного места. Я с утра туда по-быстрому рванул, цена немножечко поднялась. Чем оно примечательно, что в прошлый раз я копнул там вот такую вот бандуру. Смотрите сами, я ее даже поднять не мог. Я ее не мог оторвать от земли, я ее кантовал. Я не знаю, что это, во-первых, и сколько оно весит. Потому что вместе с другим металлом там вышло 290 килограмм, почти 300. Вот. Поэтому, кто знает, отпишите. Очень уж интересно, что это за штуковина вот такая вот. Но меня утром оттуда уже выгнали. Там фермеры поле убирают. Я хотел было стартануть там по окраине поля. В принципе, там все ездят, и трактора ездят. Нет, ты чё там, топчешь пшеницу туда-сюда. Ладно, говорю, хрен с ним. Говорю, сейчас вот уберут и приеду. Ну, пока мы временно в другое место откочевал, пошаримся здесь, посмотрим. Тоже здесь перспективная, в принципе, полянка. Неплохие находки здесь были. Так что так. Вот такой вот клык от культиватора. Хорошая, увесистая находочка. Всегда радует. В общем, у нас уже вот так накопали вот таких вот приятных запчастей литых. Ходим, крутимся. Вот такие вот шестереночки приятные попадаются. Уже третья из одной ямки. Сейчас посмотрим, может быть, есть еще. Очень глубоко лежат. Для Аськи такие сигналы выцеплять — это рекорд, я вам скажу. Вот такую вот борзую плюху достал. Трава упала сейчас от жары. И даже в тех местах, где мы уже ходили, можно ходить. Есть новые сигналы. В принципе. А это у нас показался лемешок. Небольшой такой. Мы видим, как он бит, интересно так. Но, тем не менее, находка. Огонь. Ну что, ребята, вот она, вторая волокуша трудовая. В принципе, тяжеленькая, потому что металл здесь в большей степени литой, как видим. Сейчас загружу это в машину и будем потихонечку пробираться на новые места. Ну вот, в целом, столько за пару часов удалось накопать на выбитом месте. Я думаю, здесь килограмм 40 есть. И это уже хороший, так скажем, дебют. Ребята, чтобы вы понимали, я сейчас в таком месте, где железо вон торчит из земли. Вот буквально. Смотрите. И тут еще несколько таких кусков было. Но надо работать тихо, потому что здесь неподалеку работающая бригада. Они вроде бы не против, но кто их знает. Вы только посмотрите, какое здесь железо козырное. Смотрите, ох, какая летая чулочка. Лемешок. С полевой доской приваренный. Вот так вот. И здесь еще вот это от полива трубу фиксировать. Ух, хорошая штуковина. Там, где комбайнеры, блин, комбайнерят. Все достаю из одной ямы, вы посмотрите только. Проволочка вышла. И вот такая вот, ух ты, хорошая, летая, полнотелая находочка. Ой, тяжеленькая, блин. Распашничок. Неплохой, тяжеленький тоже. Цепуха от транспортерки. Ух, какая длинная. Охренеть. Смотрите. И еще уходит. Сейчас будем откапывать тогда. Смотрите. Какой-то огроменный этот самый шкив. Вы только гляньте. Ох, ё. Хороший. Ага, вот от него запчасти попадались здесь. Вы только посмотрите, какие здесь подарочки валяются. Охренеть. Какие добротные, тяжелые сигналы. Кстати, вот здесь, кто не видел, показываю, лежит прямо наверху гранитная вот такая
такой вал гранитный, ребристый. Это, кажется, для того, чтобы разбивать комья на полях. Вот он подцеплялся здесь, у него, видим, и металлические части есть, но это нереально достать. И вон там еще один лежит. Ну, вот такая вот картина для тех, кто не знает. Вот такая махина здесь валяется. Жара. Все, больше дополнений не нужно. Но я знал, что в этом месте есть хорошие сигналы. Смотрим внимательно, ребята. Шкив. Походу, еще один. Посмотрите, а? Какой самый, наверное, здоровый среди всех. Ух, ё-ма! Есть. Ух, ё. Нормальная такая плюшечка. Ну сколько? Килограмм 12. Есть. И это уже хорошо. Фух, ребята, выдернул прицепное, походу. Хорошая штуковина. Ух, ё. Главное, чтобы влезла в машину, блин. Вот такая вот ферма. Это, кажется, от трактора, чтобы опрыскивать химикатами. Раздвигается в разные стороны. Вперед. Не, ну как вам это вообще, ребята? Значит, ты по посевам не езди, это нельзя, ты что, там губишь урожай. А вот по подсолнечнику сначала машиной, потом комбайном, это нормально. Да это все просто вот люди завидуют, люди не хотят, люди такие зашоренные, темные, мутные. Кто такой? Что сюда пришел? Самояк? Что отсюда? Вот на такой вот на бычке постоянно вот большинство людей, вот непонятно. Ездишь по полям. Да слушайте, я как человек, окончивший аграрный, в конце концов, колледж, блин, я знаю, что дают гербицид, дают пестицид, всю эту отвратительную химозу, и ездят по полям трактора там с этими с душками и поливают это все, опрыскивают, и ничего. А вот как ты приехал, все, сразу кипиш какой-то начался. Ну ладно, вроде бы они свалили. Надеюсь, больше они сюда не приедут. Последняя находка на сегодня, и валим. Смотрите, какая транспортерка. Охренеть. Хорошенькая. Большая. Ну что, ребятки, вот так вот я подзатарился. Не знаю, сколько здесь. На ваш взгляд, пишите. Вот такие вот, ну, полужестяные, в принципе, запчасти, их много. Ну, таких вот транспортерок несколько штук. Ну, и литое там тоже внизу есть немножко. Пишите, что скажете, ребята, сколько здесь. Сейчас приеду на приемку и узнаю. Ну что, ребята, 250 килограмм всего лишь получилось. Казалось, много, да, визуально, но на самом деле не так уж. Мало было такого литого прям железа тяжелого. В основном такая жестяночка, миллиметровочка, вот такая вот листовая. Поэтому немного. Ну, сдал по хорошей цене. Вот, поэтому все, зашибись. Едем домой. Ну что, ребятки, вот такой вот сегодня получился у нас денек. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, поддержите канал. А я буду стараться и дальше радовать вас хорошими, интересными видео. Всего хорошего, до новых встреч.